присутствии нескольких телевизионных камер прививку от гриппа сегодня сделал замначальника департамента здравоохранения. Так, Сергей Бутаков стал одним из 150 тысяч жителей области, которые в эту прививочную кампанию уже защитили себя от вируса. Я хочу сказать, что я прививаюсь ежегодно, поэтому это не только жест на камеру, а как бы призыв также последовать моему примеру. И этому призыву тут же последовали несколько десятков вологодских журналистов. Вслед за чиновником они сделали прививки вакциной «Сови-грипп». Это отечественная разработка с доказанной эффективностью. Всего регион закупил 480 тысяч доз препарата. В планах департамента здравоохранения привить 40% жителей Вологодской области. Это почти на 10% больше, чем в прошлом году. Прививочная кампания в Вологодской области началась в августе. Это также раньше, чем в прошлом году. С началом учебного года вакцинация приобрела довольно высокий темп. Прививку сделали уже 100 тысяч взрослых и 50 тысяч юных вологжан. Иммунизация завершится уже в ноябре. Нам нужно привить не только 40%, которые мы по ВИД-показаниям, но, конечно, процентов 75% это было бы идеально. Поэтому обращаюсь ко всем, кто не попал в группу декретированного населения, которое прививается по ВИД-показаниям, самостоятельно обратиться в поликлинике, привиться за собственные средства. Мария Помилова, Виталий Соболев, Михаил Протасов, Вологда РФ.